Capital Films и UK Film Council представляют. Великобритания объявляет войну. Детей эвакуируют. Было лето 1917 года, и мир был объят войной. Как и многим детям, нам пришлось покинуть дом и уехать из Лондона. Мы не хотели уезжать, но папе нужно было летать на самолетах, а маме заботиться о раненых, и мы их задерживали. Они отправили нас в деревню к сумасшедшему дяде Альберту и нашему двоюродному брату Хорасу. Пятеро детей и фея. Свежий номер! Свежий номер! Новости! Роберт, постой. Дядя Альберт встретит вас на станции. А у него есть модели самолетов? Например, как папины истребители? Не знаю, но у его сына Хораса, наверное, есть. Сирил, ты за старшего. Дети, вы должны его слушаться. Почему он главный? Я не буду тебя слушаться. Будешь, Роберт. Надо найти места. Вот здесь свободно. Папа! Что? А мне никак нельзя поехать с тобой. Роберт, кто главный во время боевого вылета? Ты. Пилот. Нет, штурман. Без штурмана пилот заблудится. Прошу тебя, проследи, чтобы остальные не сбились с курса. Можешь на меня положиться. Чтобы ты всегда знал, где меня искать. Твой компас? Я буду по тебе скучать. Ну все, беги. Посадка закончена. Берегите друг друга. Слушайтесь дяди Альберта. В ролях Фредди Хаймер. Возьми чемоданы. Джонатан Бейли, Джессика Клэридж, Поппи Роджерс, Алек и Зак Маглтон, Александр Паунов. Пока, мамочка. Приезжайте поскорее. Папа, пока. Алекс Дженнингс. Джон Сэшенс. Зоэ Уанамейкер. Как только мы отъехали, Сирил стал всячески показывать, что он главный. Но я не обращал внимания. Я думал, что если правильно использовать обстоятельства, то лето в деревне без родителей может означать только одно – приключение. Кеннет Брана в роли дяди Альберта. Композитор Джейн Антония Корниш. Оператор Майкл Бростер. Конечно, я даже не подозревал, что приключение окажется настолько потрясающим. Автор сценария Дэвид Соломонс. Роберт, постой! Роберт, я же сказал, жди на платформе. Продюсеры Лайза Хэнсон и Самуэль Хадида. Осторожно. Закройте двери. Скорее! Закройте двери! Продюсер Ник Хиршкорн. Режиссер Джон Стивенсон. Вы видите дядю? Где же он? Наверное, опаздывает. Вы идете или нет? Идем, идем. Роберт, подожди. Я уверен, что мы идем правильно. Ты это уже сотый раз повторяешь. И все-таки я не понимаю, почему нам пришлось уехать из дома. Джейн, мы на секретном задании. В тылу врага. Скорее всего, никто из нас не вернется с него живым. Роберт,
Прекрати. Они прилетят на дирижаблях и... Смотрите, вон дом. Да. Мы пришли. Это дядин замок, пошли. Умираю от голода. У дяди Альберта есть машина. Вот бы покататься. Добрый вечер, мадам. Мы к дяде Альберту. Мы... Пятеро детей. Боже мой. Но мы ждали вас только в пятницу. Сегодня пятница. Неужели? Ну, у меня в духовке гуси, а гусь по четвергам. Пустяки. Входите, входите. Давайте, давайте. Во вторник утка, в среду утка, в четверг гусь. Поставьте свои чемоданы. Утка, утка, гусь. Значит, среда была во вторник, а понедельник, воскресенье. Не хватает одного дня. В прошлом году мы потеряли октябрь. Знаете ли, совсем не просто потерять целый месяц. Я принесу полотенце и скажу дяде, что вы приехали. Спасибо. Ну и дыра. Жутковато, мне здесь не нравится. А мне нравится готика. Совсем как в замке ужасов. Чем-то напоминает школу. Сирил, тебе здесь точно понравится. Что ты сказал? Ничего. Что это за кошачий концерт и какофония? Грохот и топот, раскаты грома. Теплый воздух поднимается, холодный фронт, бум, как гром среди ясного неба. Что? Это дети, о которых я вам говорила. Ваши племянники. Это невозможно. Они приезжают в пятницу, не так ли, Хорас? Да, папа. Они приезжают в пятницу. Сегодня как раз пятница. Не может быть. Пахнет-то четвергом. Дядя, это я, Сирил. Вы приезжали на мое 8-летие и подарили подписку на математический журнал. Сирил? Сирил! Нет, Сирил был куда меньше тебя. Но ведь прошло 5 лет. Вот как? Выходит, он сейчас примерно твоего возраста. Интересно, как он там? Я бы смог один съесть целого гуся. Если сегодня пятница, как вы утверждаете, то гусь был вчера. Так что придется подождать до... следующего четверга. Но у вас в духовке гусь, и сегодня пятница. Марта, похоже, четверг пропал без вести вместе с прошлогодним октябрем. Молодец, спасибо. Ваш отец? Славный малый. Очень смелый. Ну, я пошел, мысли так и просятся на бумагу. Я должен разрешить множество проблем. И пусть судит история. Что это было? Пойдемте, дети, я покажу ваши комнаты. Ты Антея? Да. Я возьму малыша. Вот так. Бедняжки. Вы, должно быть, валитесь с ног. Привет, Хорас. Привет. Меня учили, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Но мы твои двоюродные братья. Да, но очень странные. Утром я покажу вам замок. Можете заходить куда угодно, кроме оранжереи. Туда вход строго запрещен. А почему нельзя входить в оранжерею? Наверное, там растут смертоносные растения, как в черной розе. Может быть. В оранжерею нельзя заходить, потому что я так сказала. Держитесь от нее подальше. И все будет хорошо. Пошли. Смотрите, дождь кончился. Чтобы тут же полить с новой силой. Могло быть и хуже. Я вам сейчас поиграю. Надо было спрятать ее скрипку еще дома. Тут где-то раненая кошка. Джейн, бросай скрипку, помоги мне ее найти. Возьми свои слова обратно. Ты не имеешь права мне указывать. Имею, ты прекрасно об этом знаешь. Ненавижу все это! Он так не думает. Он просто скучает по дому. Я правда так плохо играю? Скажите честно. Возьми слова обратно. Да ни за что! Ну и местечко. Все лето? Я тоже сойду с ума!
Дети, надеюсь, вы не откажетесь перекусить. Рассаживайтесь. Но сначала самое главное. Вторая суббота месяца. Все знают, что это означает? Вторая суббота – это уставы, законы, указы, предписания. Правила. Увлекательнейший момент. Возможность испить бокал доброты. Ах, да, правила. Прелестно. Все не так уж плохо. Правило первое. Никакой беготни по коридорам. Правило второе. Вы должны убирать свои комнаты снизу доверху, от края до края. Вокруг да около, и, разумеется, спереди назад. Полируем мебель, наводим лоск, шлифуем знания. Правило третье. Стирка. 3 раза в неделю. Это очень важно. Британская империя была основана на чистых штанах. Чистые штаны и... мятный соус. Не говори глупостей, Хорас. Правило четвертое. Никогда не входите... оранжерея! Ну, а теперь не зевайте, не мешкайте, налетайте на еду. Стойте! Еще одно правило. Альфа и Омега. Конец и начало всего. Я пишу книгу «Трудные арифметические задачи для детей». По этой причине в доме должна быть абсолютная тишина. Не будите во мне... зверя! Так, Марта сказала, что нам нельзя туда входить. Или что нам непременно нужно туда зайти. Я как-то не расслышал. Виноград! Ну вот! Стирка. Что за бредовые правила? Да уж. Нам никогда с этим не справиться. Даже будь нас 100 человек. Смотрите, какой длинный список. Как вы думаете, где дядя прячет самое интересное? Что? Роберт, это единственная комната, в которую нам запретили входить. Вернись. Что? Я сказал, что нам сюда нельзя. Сирил, я ничего не слышу. Не валяй дурака, иди сюда. Иди сюда. Ты, кажется, говорил, что нам нельзя входить в оранжерею. Да, Сирил. Можно, мы тоже войдем. Ладно, входите. Только ничего не трогайте. Сюда! Смотрите. Что там еще? Дверь заперта. Да? Интересно, что там? А мне нет. Надо только найти молоток. Прекрати, мы гости, а не взломщики. Кроме того, я уверен, что дверь заперта не просто так. Кто хочет винограда? Я. И я. Неудивительно, что Марта не хотела нас сюда пускать. Смотри, какой тут беспорядок. Джейн. Спасибо. Лови. Сирил. Очень вкусно. Как он это сделал? Уже не важно. Пошли! Бяшка, иди сюда. Идем, Сирил. Либо это, либо стирка. Была, не была. Лестница. Интересно, куда она ведет? Как темно. Если увидим что-нибудь страшное, сразу вернемся, ладно? Договорились. Куда же она все-таки ведет? Тоннель совсем как в лабиринте Молидора, в котором отважный Бертрам сразился с гигантским 9-ногим пауком. Какой ужас! Что за чушь? Все знают, что у пауков 8 ног. Мне
Мне здесь не нравится. А вдруг мы найдем затонувший корабль или клад? Или чей-нибудь труп? Роберт! Надеюсь, мы сможем найти дорогу назад в оранжерею. Вперед! Я вижу свет! Я вижу море! И дождя нет! Как красиво! Роберт, постой! Смотрите! Антея! Какая красота! Где мы? И куда делся дождь? Сирил, иди сюда! Смотри-ка! В чем дело? Я понял, этой земли нет на карте. Будьте осторожны, не совершайте необдуманных шагов. Да-да, ты салка. Ясно. Роберт! Это чудо! Фантастика! Здорово! Не надо было есть тот виноград. Это не я. Это он. Помоги поднять камень. Что? Давай, поднимем его. Что это? Похоже на старый черепаший панцирь. Я слышу, как оно дышит. Внутри кто-то есть. Оно живое. Ну же. Может, не надо? Перестань. Это может быть опасно. Роберт. По-моему, оно спит. Что бы это ни было, лучше его не будить. Оно что-то сказало. Как страшно. Тебе показалось. Раз, два, три. Ну вот опять. Что оно сказало? Мне послышалось, уходите. Хочешь лишиться носа? А вдруг это гигантский говорящий краб? Глядите. Омар! За ним! Не трогай его! Не знаю, почему я сказал Омар! Он бежит к морю! Роберт, вернись! Стоять! Прекрати разговаривать с ним, это может быть опасно! Наверняка у него огромные клыки и ядовитая слюна! Да это просто маленький уродец! Оно? 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 Вы что, не знаете, кто такой Псамет? Кто? Ракообразное. Подвид Псамет Декаподлиум Желаниус. Понятно? Нет. Я фея песка. Фея песка? Да. Я думала, что у феи прозрачные платьица, крылышки и волшебная палочка. Сказочек начиталось. Я буду звать тебя песчинкой. Почему? Потому что мы нашли тебя в песке. Смешно. Ваши родители не пробовали сварить вас в кипятке? Все, пошли отсюда. Не понравилось слово «кипяток». Роберт, пошли. Дети этого не любят. Ну, идите себе, странное создание. А вы знаете, что в книжках феи могут исполнять желания? Хорошо, хорошо. Я исполню ваши желания, но у меня есть ряд требований. У меня скромные запросы, но мне необходимо следующее. Апартаменты с глубокой ванной и всякими краниками, и зубная щетка из чистого золота. Не щетина, конечно, а ручка. Золотая щетина ранит десны. Так вот, пол должен быть покрыт песком, желательно с Багамских островов. Плюс шторка для душа. Но у нас нет дворца. Еще як. И всего остального тоже, правда? Мы из Лондона, у нас только маленький домик с террасой. Мы всего лишь дети. Ладно, загадывайте свое желание. Желаю, чтобы... Стой.
Вы уже начали загадывать желание, теперь останавливаться нельзя. Я считаю, что надо немедленно вернуться в дом. Уже темнеет, а у нас еще ждет дядин список. Отличная идея. Пойти домой и целые сутки убираться. Придумала. Фея. Вы все еще здесь? Да, и у нас есть желание. Андрея. Чтобы все дядины поручения были выполнены. Хорошо. Вы хотите, чтобы я приделал вам дополнительные руки? Нет. Ну ладно. И это все? Неплохо, да? Быстрее! Надо проверить, сработало ли волшебство. Бежим! Антея, как ты меня обогнала? Антея? Ни за что не догадайтесь, что у нас. Глазам своим не верю. Пошли, пошли. Ты понимаешь, что это значит? Нам больше никогда не придется работать. Мы свободны. Джейн. Желания исполняются. Мы загадали желание, и оно исполнилось. Но ведь этого не может быть. Она права. Это сильно. Мощно. Грандиозно. Монументально. Колоссально. Громадно. Разве есть такое слово? Теперь есть. Прости, но я должен сделать это ради тебя. Стой! Хорос идет. Отвлеки его. Скорее, иди же. Так, так, так. Это ты, ужасный мальчишка. Ты уже убрал мою комнату? Хорос, пора бы нам познакомиться поближе. Не пора. Я тоже так думал, но все же решил пойти навстречу. Прошу. Отлично. Только этого мне сегодня не хватало. Экскурсия в темный и вонючий подвал. Здесь я храню свою коллекцию монстров. Что это за шум? Слышишь? Не знаю. Осторожно, не трогай ее, она кусается. Дохлая морская звезда с луковицей на голове. Это не луковица, это мегастариум. Это монстр, здесь все монстры. Смотри. Ой, как страшно, очень страшно. О нет, это я. Плохи дела, если дядя услышит, нам крышка. Держи, ждите меня здесь, я попытаюсь отвлечь его. Я надеялся, что ты посвятишь меня в тонкости монстра... монстроведения? Пожалуйста, с удовольствием. Кто смеет вторгаться в логово дракона? Это я, Сирил. Да. Сирил, нынче это популярное имя. Теперь каждого второго мальчика зовут Сирил. Сирил! Я хотел взглянуть на вашу работу. Правда? Я люблю решать задачки. Чем труднее, тем лучше. Смелый мальчик. Проходи. Пусть математика станет твоей госпожой. Приготовься. Я собираюсь задать тебе самую сложную задачку в твоей жизни. Волнуешься? Я понимаю твои чувства. Блестяще, правда? Торопиться некуда. Наслаждайся задачей. Пропусти ее через себя. И как только завоюешь ее доверие, она станет твоей навсегда.
вообще? Да, по крайней мере, я так считаю. Вопли? Визги? Кто-то скрипит мелом по доске. Зверь проснулся. Дядя! Тот, кто смеет так шуметь... Так, минус 82. Будет отвечать за последствия. Давай, Сирил, думай. Олох. Получается, что 86 лишнее число. 3 465 222. Повтори. 3 465 222. Блестящий, как эффект Зеймана. Первоклассная работа, Сирил. Это мой любимый эффект. На втором месте последовательность Флюгельштадта. Я покажу тебе книгу доктора Флюгельштадта. Представь себе, он сошел с ума, совершенно спятил. Рухнул с дерева, видимо, с дуба. Постой-ка, а это что? Не подсказывай, я сам. Я итозавр. Нет, тираннозавр. Пошли. Если начнем работу прямо сейчас, глядишь, закончим к следующему вторнику. Посмотри, что здесь творится. Как мы заплатим за ущерб? Ничего страшного. Разбились только тарелки, часы и эта ваза. Как вы думаете, сколько стоит ваза династии Мин? Придумала. Мы загадаем желание, чтобы все эти вещи стали как новые. Так. Вместо уборки вы устроили погром. Это не мы. Честно, это фея песка. Джейн. Фея песка. Нет, она сказала не фея песка. Она сказала... Лев и треска, да. Точно, она сказала лев и треска. Это такая игра. Сирил был слоном. Лев и треска, ну, конечно. А теперь, если все дружно возьмемся за работу, то к вечеру исправим все, что вы натворили. Все за мной. Дорогая мамочка, надеюсь, мое письмо придет раньше дядиного. Роберт говорит, что в данных обстоятельствах потери неизбежны. Пошла только вторая неделя, но мы уже нашли чудесный пляж. А на пляже мы обнаружили странное существо. Мне пора спать. Так что на сегодня все. Твоя любящая дочь Джейн. Постскриптум. Если бы желания могли исполняться, что бы ты загадала? Бекон? Да, спасибо. Суперзавр достигал 6-метровой длины. Я это знаю. Но если хочешь увидеть настоящего монстра... За что ты меня ударила? Будешь яйцо, Джейн? Давай. Спасибо. Ну, а чем вы вчера занимались? Хорас показал мне свою лабораторию и коллекцию монстров. Они хранятся в банках, как огурцы. Какая гадость. В основном ерунда. Зато у него есть настоящее яйцо динозавра. Это секрет. Теперь ты должен рассказать мне свой секрет. Ладно, вчера... Роберт, не смей. Иди-ка сюда. Отпусти меня! Сирил! Что за игру ты затеял? Ты чуть не проболтался. Это наш секрет. А Хорас такой противный. Он странный. Но на самом деле он не такой уж плохой. И у него есть собственная лаборатория. Где он маринует монстров в стеклянных банках? Представляешь, что он сделает с феей? Да, ты прав. Не говори при нем про фею. О чем это вы тут шепчетесь?
И что это еще за фея? Ну, это... Мы играем в прятки. Ты водишь. Считай до 1000, а мы будем прятаться. До 1000, но обычно считают до 20. Дом такой большой, а мы с Джейн единственные девочки. Ладно. Раз, два, три. Мне неприятно было это говорить. Ты куда? Вот подсказка. Рифмуется с серой тоской. Ну нет, мы туда не пойдем. Ты сам видел, чем обернулось для нас желание. Смотрите-ка, тот самый кул, что торчит у Сирила. Хватит. Можешь оскорблять меня, сколько влезет. Спасибо. Я лучше оставлю это на потом. Я пойду. С тобой или без тебя? Серая тоска. Серая тоска. Фея песка. Марта, насупленные брови, плохие новости? Это письмо от вашего издателя? Да-да, скучное, занудное, ничего интересного, ничего важного. Он пишет, что хочет внести в вашу книгу серьезные изменения. Вот как? Да, он считает, что трудные примеры для детей недостаточно броско. Броско. Он предлагает новое название. Веселый счет с цыпленком Чарли. Они заменили вас цыпленком. Смехотворно. Вот именно. Вы должны немедленно написать ответ. Ты права, дай-ка мне имя этого цыпленка и адрес его курятника. Да нет, же издатель. В вашей книге не может быть считающего цыпленка. Конечно, нет, у него нет пальцев. А как считать без пальцев? Никак. Теоретически он мог бы использовать крылья, хотя нет, ничего не выйдет. Он досчитает разве что до 2. Однако Ною хватило и этого. Если бы не потоп, он считал бы намного лучше. Дождем пахнет. Грядут большие перемены. Поставьте свою подпись. Фея! Ты пришла поблагодарить меня за вчерашнее желание? Я тебе принесла вот это. Ну ладно, как мило. Твоя нора с виду не очень удобная. Только с виду. Не хочешь посидеть рядом со мной, как шлепка? Это мой кролик. Твоего кролика зовут шлепка? Он что, беспозвоночная? Неподходящий имя для кролика. А вот и все остальные. Наше желание исполнилось не совсем так, как мы ожидали. Нет. Да, наши двойники устроили в замке потоп. Они что-нибудь испортили? Испортили? Да, они учинили погром. Это точно. Вазы были разбиты на мелкие кусочки? Да. На полу вода и словари поплыли по комнате? Да. А дом сгорел дотла? Нет. Не дотла? Что ж, тогда можно считать, что вы легко отделались. Что? А ну-ка стой, фея! Ты специально заставил наших двойников разгромить дом? Это не я, есть правила. Вы загадываете желание, которое обращается вам во вред, а взамен получаете ценные знания. Ужасно! Мне не нужны никакие знания. С заходом солнца все прекращается. Почему? Желание имеет силу только днем. Так вот почему наши двойники исчезли. Почему ты нам раньше не сказал? А вы не спрашивали. Ты можешь привести дом в порядок? Да, только после захода солнца волшебство исчезнет. Отлично. Логично. Это должно вас научить тому... Привет. Что скажешь? Ну что ж, неплохо. Особенно впечатляет использование света и тени. Спасибо. На картине изображен страшный монстр. Солнце припекает, монстр начинает таять, он в ужасе, волосы встали дыбом и... Это же я! Придумала. Попросим у феи денег и заплатим за ремонт. Отлично. Но не будем жадничать. Попросим столько, сколько нужно. Надо просить золота. Да. Золото? Хотим, чтобы у нас были ведра полные золота. Хорошо. Итак, ведра с золотом. 398, 399, 400, 999, 1000... Кто не спрятался, я не виноват. Я же сказал без крайностей. Помолчи. Быстрее. Не открывается. Толкай сильнее, Сирил. Не идет. Толкай. Толкай. Ведра с золотом. Это Хорос. Нельзя допустить, чтобы он увидел золото. Я вас слышу. Выходите, где бы вы ни были. Нашел! Я победил, победил! Сыграем еще раз. Ты водишь.
Ну уже, надо уметь проигрывать. Новые правила. Победитель прячется первым. Точно? Да. Ладно, хорошо. Пошли скорее! Антея, не отставай! Сирил, подожди нас! Список взяла? Да, Сирил. Хорошо. Придем в город и сразу же пойдем в антикварный магазин. Да, Сирил. Только туда и обратно. Да, Сирил. И не будем ни на что отвлекаться. Понятно? Да, Сирил. Спасибо. Пошли. Нам нужна ваза, а не мороженое. Тогда пошли за вазой. 5 порций со всеми наполнителями. Роберт. Сдачи не надо. Откуда у ребенка столько золота? Должно быть, оно фальшивое. Вовсе нет. Правда? Мы загадали желание. Молчи, Джейн. Смотри, он ставит вазу на место. Она точь-в-точь, как та, что мы разбили. Он не хочет брать золото. Что? Только не это. Папа! Папа! Извини, малыш. Мне показалось... Ничего. Все в порядке. Знаете, что нужно сделать? Наесться до отвала. Но мороженщик не захотел брать наши деньги. Как и продавец в антикварной лавке. Обязательно найдется человек, который возьмет кучу денег, не задавая вопросов. Бисмарк. Имя, которому вы можете доверять. Смотрите. Красивое, да? Да. Сирил, он пытается что-то сказать. Сирил! Машина, что-то про машину. Это не машина. Это Portland Speedster 3000. По данным автомобильного ежемесячника, это самый мощный из существующих моторов. Правда? 8 лошадиных сил. Если тебе так нравится машина, купи ее. Да, купи, Сирил. Купи, купи. Прекратите. Не следи на полон. Мне нужно поговорить с отцом. Дай пройти. Должно быть. Это очень важно, раз ты решил оторвать его от работы. Это касается детей. Каких детей ты имеешь в виду? Моих кузенов. Сирил, он разгоняется до 150 километров в час. Отцу бы он понравился. Прочь, прочь, прочь. Мы просто смотрим. Прошу прощения. Мы хотели бы купить автомобиль. Вот этот. Разумеется, сэр. Полагаю, вы хотите совершить пробную поездку на вышеупомянутом автомобиле. Отличная мысль. Только требуется оставить небольшой залог на случай непредвиденных обстоятельств. У нас это частенько случается. Понимаю. Этого хватит? Да. Я не знала, что Сирил умеет водить машину. Он не умеет. Бежим. Налево. Да. Налево. Я ничего не вижу. Помогите!
помогите! Помогите! Остановите машину! Спасибо за поездку. Мы подумаем. Стоять. Вы мне за это заплатите. Добрый день, мистер Пизмар. Сержант, вы-то мне и нужны. Эти хулиганы разбили мой автомобиль. Вот этот несся как ненормальный. Ребенок за рулем вашего автомобиля? Дети? Он клялся, что ему 27, что у него жена и трое детей. Мне 11! Это все вы со своим золотом. Мошенники. Вздумали соблазнять честных автоторговцев краденым золотом. Не трогайте их. Эти дети со мной. А вот и сообщница. Теперь вам точно не выкрутиться. Позвольте-ка. Исчезло. Пойдемте со мной, мистер Пизмарш. Оно исчезло. Я уверен, что вы сможете все объяснить, но вам придется проехать со мной в участок. Я тоже хотел стать полицейским, но смелости не хватило. Хорас, надеюсь, это не очередная проделка. Я как раз начал работу над 12 главой. Радость квадратных уравнений. Вот, посмотри, как интересно. Это правда. Дети, золото и оранжерея. Они у меня в руках. Их приговорят к 20 годам каторги. Кто это? Опасные преступники на свободе! Звоните в полицию! Необычное время. Ночная экскурсия. Растрепанные волосы. Резкий запах. Странная ситуация. Марта, объясни. Мы ходили гулять с собакой, сэр. Правда, дети? Да, Марта. Собачий вой, пробежка осенним утром, свежий воздух, виляющие хвосты. Почем нынче собачий корм? Но у нас нет собаки. Включи воображение, Хорас. Золото. Золотые монеты. Никому не двигаться. Хорас? Хорас? Ты ведешь себя странно. Пойдемте, дети. Вы сумели обмануть моего отца, но у меня достаточно доказательств, чтобы упрятать вас за решетку до конца ваших дней. Фу, ну и денек. Могло быть и хуже. Хуже? Куда уж хуже. Ты постарался как мог. А при чем тут я? Вспомни. Тебя не пришлось долго упрашивать сесть за руль. А ты вечно всех поучаешь. Думаешь, ты взрослый, а это не так. Хватит, не ругайтесь, пожалуйста. Меня назначили старшим. Может быть, но это не значит, что я должен тебя слушаться. Значит. Не значит. Значит. Ты не отец. Так, 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 что за шум? И почему у вас такие грустные лица? А я знаю, как вас развеселить. Немного волшебства. Хватит с нас на сегодня чудес. Абра-чи-хуа-хуа. Дай посмотреть. Оно адресовано всем нам? Это от папы. Открой письмо. Быстрее. В суматохе я чуть про него не забыла. Дорогие мои дети, надеюсь, что вы счастливы, здоровы, полны энергии и активно наслаждаетесь радостями деревенской жизни. Наслаждаемся, ничего не скажешь. Джейн, надеюсь, ты не забросила скрипку. Пусть сейчас тебе трудно, но я уверен, что однажды ты получишь от этого удовольствие. Антея, я с удовольствием перечитываю роман, который ты спрятала в моем багаже. Пикирующий летчик из Postal Twaita. У нас в эскадрилье уже на него очередь выстроилась. Роберт, Сопфит не так уж просто в управлении, зато какой красавец. Как бы мне хотелось повидать вас всех. Будем надеяться, что осталось уже недолго. Сирил, сейчас трудные времена для всех нас. Но я знаю, что могу на тебя положиться. Что бы ни случилось, вы должны держаться вместе. Крепко поцелуйте от меня Бяшку.
Мне нужно вздремнуть, на рассвете у меня вылет. Я очень вас люблю. Папа. Прочти еще раз, Сирил. Марта? Прибыл незваный гость. Пролетом, я полагаю. Я был не в курсе. Гость, сэр? Да. Профессор Чарльз Чикин, цыпленок. Эксфордский университет. Я был в Эксфорде, но никаких цыплят там не было. Это от вашего издателя. Он предлагает дарить такую игрушку с каждой проданной книгой. Цыпленок до веса книги. Нелепая идея, она не приживется. Я так и сказала? Цыпленок. Итак, начнем все сначала. Цыпленок. Загадаем еще одно желание. Математика. Ни в коем случае. А что? Мы с Сирилом все обсудили и решили, что больше мы не будем беспокоить фею песка. Но я нарисовала еще один портрет. Вот. Мы должны пойти к фее. Мы можем загадать целую кучу желаний. Нет, больше никаких желаний. Все кончено. Обещай мне, Роберт. Хорошо. Обещаю. Ну и что будем делать? Для начала помиримся с Хорусом. Зачем? Просто так. Но он противный. Отлично. Кто здесь? Привет, Хорас. Это вы? Не хочешь ли ты поиграть с нами сегодня? Чтобы вы снова заставили меня водить, а сами убежали? Извини, что так вышло. Ну что скажешь? Хочешь, устроим пикник на берегу моря? Я бы с удовольствием, правда. Но дело в том, что вы мне не нравитесь. Мы хотим стать твоими друзьями. Мне не нужны друзья. Зато мне нужны подопытные кролики. Хорас, не делай глупостей. Убери это. Убери. Заставь меня. Хорас, убери это. Какая гадость. Бежим! Скорее! Пока все идет по плану. Думаешь, теперь он наш друг? Не знаю. Я знаю, что у вас есть тайна. Только попадитесь мне и расскажите все, как миленькие. Что происходит? Я просто играю с ребятами, Марта. Это хорошо, молодец, Хорас, беги. Наверх, скорее. Ладно. Слушайте. Кажется, он отстал. Вы так думаете? Пока не расскажете мне свой секрет, я вас оттуда не выпущу. Мы в ловушке. Нет, мы выберемся. Интересно, куда делся Роберт? Нужна шпилька подлиннее. Кажется, у меня есть. Это подойдет? Держи. Отлично. Боже мой, у меня крылья. Такие мягкие. И белые. Понятно. Что? Он загадал желание.
Парень вышел из-под контроля. Я не знаю, что с ним делать. Что я скажу маме? Посмотрите на себя. Сирил! Сирил! Он опять нас подставил. О чем ты только думал? Я лечу во Францию повидать папу. Во Францию? Он написал, что хотел бы повидаться с нами. Он не может прилететь сюда, поэтому мы полетим к нему сами. Роберт, не надо! За мной! Попробуй догони! Антея, постой! Пожалуйста, подожди меня! Догоняй, Джейн! Антея, подожди! Невероятно! Ну-ка, догоняйте Роберта. Роберт, смотри! Роберт! Летим дальше! Сирил, подожди! Помогите! Роберт! Я решил вас выпустить, хоть я вас терпеть не могу. Дети, куда вы делись? Хорас. А, вот ты где. Ты ребят не видел? Нет. Напрашивается только один вывод. Они улетели в окно. О чем ты думал? Мы же могли погибнуть. Я хотел увидеть папу. До Франции осталось совсем немного. Это слишком опасно. Уже поздно. Возвращаемся, ну же. Я сейчас упаду. Не упадешь, поднажми. Наконец-то. Ходите скорее. Держи, Роберт. Это тебе, Джейн. На кого вы похожи? Вы грязные все. Держи, Сирил. Кажется, я приземлился на дядину Розу. Он рассердится. Идите сюда, дети. Идите ко мне. Дети, я уверен, что все будет хорошо. Нужно надеяться, нужно верить. Мамочка, ты приехала. Мама! Мы не знали, что ты приедешь. Ты получила наше письмо? Да, получила золото. Что-то не так. Папа, он здесь? Нет, Роберт. Несколько дней назад его самолет был сбит за линией фронта. Он пропал. Нет, это неправда. Где же он? Он лежал здесь! Роберт! Он исчез! Что ты потерял? Компас! Я оставил его в ящике, но его там нет! Он отыщется. Иди сюда. Не волнуйся. С папой все в порядке. Да. Нет, правда. Он не пропал. Он не мог пропасть. Он выполняет секретное задание в тылу врага. Я понимаю, ты расстроен. Я не расстроен. Мне нужно идти. Роберт! Мы должны помочь папе.
Я понимаю, что ты хочешь помочь, но... Давай лучше подождем новостей. Подождем? Да. Подождем! Роберт! Пожалуйста, будь здесь. Прошу тебя, фея песка. Зачем ты меня разбудил? Я кое-что потерял. Вот оно что. Что-то ценное. И хочешь, чтобы я помог его найти? У меня желание. Ну, конечно. Желаю, чтобы... Нет, нет, постой. Сегодня ты уже использовал одно желание. Я сделал вам крылья. Это, знаешь ли, не так легко. Крылья — это большое дело. Я рассчитывал на благодарность. Я тебе очень благодарен. Но мне необходимо загадать это желание. Ну, хорошо. Я исполню твое желание. Но только на рассвете. Не раньше. Правда? Да. Но что будет потом? Ты же знаешь, с заходом солнца волшебство исчезнет. Может быть, это не исчезнет. Ты же знаешь, что исчезнет. Какой смысл в желаниях, если они исполняются ненадолго? Волшебство мимолетно. Такова его природа. Оно может указать тебе верный путь, но в конце концов все зависит от тебя. С годами волшебных моментов будет все меньше и меньше. И не успеешь оглянуться, как тоже забудешь все это. You too will have forgotten. Этот пляж. Забудешь меня и волшебство, которое исчезло. Нет, я никогда это не забуду. Посмотрим. А теперь иди в свою постель, а я пойду в свою. Что ты сидишь? Окаменел? Как ты думаешь, он видит такое же небо? Да, наверное. Если только его не забросили в другую галактику. Хотя это маловероятно, ведь это очень непросто. Галактика — это большое дело. Ну-ка, подвинься. Что ты делаешь? Вставай! Завтра наступит быстрее, если я останусь здесь. Вовсе нет, оно наступит с такой же скоростью. Где бы ты ни находился. Спокойной ночи. Только не храпи. Ну вот. Надеюсь, ты это оценишь. Фея, уже утро. Можно загадывать желание? Фея! Фея! Роберт, ты поспел к самому началу вскрытия. Как ты узнал про фею песка? Благодаря тебе, друг мой. Вчера, когда ты пошел в оранжерею, я следил за тобой. Я столько лет гадал, почему меня туда не пускают. Интересно, какому отряду принадлежит твоя фея? Кракообразным или... Отпусти его! Он должен исполнить мое желание. Желание? О чем ты? Я фея песка. Ищи подсказку в моем имени. Оно говорящее. Ты еще не слышал, как я пою? Считай, что это страховка. Чарльз Чикен как-то не звучит. Чаю? Да, благодарю. Надеюсь, я не помешала. Нет, нет, разреши представить тебе моего глубоко уважаемого коллегу, профессора Чарльза Чикена, бакалавра, доктора наук. Этот клюв произнес немало умных речей.
Интересно, откуда берутся желания? Из железы? Или все-таки за них отвечает мозг? Привет. Добрый вечер. Пожалуй, я разрежу его пополам. Нет. Я узнал тебя, Хорас. Ты не такой, как другие дети. И горжусь этим. Ты сумасшедший, который экспериментирует в подвале и мнит себя ученым. Вот кто ты. Довольно. Пробил твой час. Стой! Если ты его разрежешь, он не сможет исполнить желание. Ты предлагаешь не производить экспериментальное вскрытие объекта? Я за. Давайте голосовать. Кто за то, чтобы никого не резать? Лучший способ узнать, откуда берутся желания, это загадать желание. Что тебе терять? А ты не дурак, Роберт. А потом мы исследуем желание в лабораторных условиях. Что бы мне пожелать? Какая у тебя прелестная коллекция монстров. Ты станешь ее главным украшением. О, нет. Я, конечно, ценный экспонат, но в твоей коллекции не хватает одного важного зверя. Симпатичное яйцо. Тиранозавр, если не ошибаюсь. Просто возьми... И пожелай. Давай, Хорас, ты же хочешь этого? Хорошо. Хочу, чтобы яйцо проклюнулось. Чушь собачья. Сирил, мы должны загадать желание ради папы. Сирил, скорее! Где ты был? Фея песка. А мы как раз идем на пляж. Не ходите, его там нет. О чем ты говоришь? Ты уже побывал там? Да, то есть нет. Ты потратил желание? Как ты мог? Я хотел помочь. Надо было посоветоваться. Я пошел туда ради папы, но Хорас следил за мной. Я не мог иначе, потому что тебе наплевать. В каком смысле? Какой же ты идиот. Мне не наплевать. Нам всем не наплевать. Но ты пошел и опять сделал все по-своему. Это тебе на все наплевать, Роберт. Оставь его, он хочет быть один. Ты все испортил. Не уходите, пожалуйста. Еще не поздно. Я пытался сказать вам, фея в подвале. Ну вот, Хорас. Я обещал тебе динозавра. И теперь ты получишь по заслугам. Это Джеральд. Он пускает слюни, потому что ему только 2 годика. Входите, дети, входите. Не бойтесь. Его интересует только Хорас. Сделай что-нибудь. Дети, перед вами наглядный пример того, что у нас называется неудачным желанием. Очень неудачное, крайне неудачное. Фея песка, останови его. Пусть лучше сожрет его. Зверь голоден, а парень упитанный. Ему конец. Ты слышал этот страшный звук? Извини, это, наверное, я. В животе бурчит. Я знаю, что делать. Джейн? Джейн! Музыка успокаивает диких зверей. Я читала об этом в одной книжке. Беру свои слова обратно. Она чудесно играет. Потрясающе. Беру обратно то, что я только что сказал. Кто-нибудь отберите у нее скрипку. Я не вынесу. Ну все, я выдохся. Хорас. Слава богу, закончилось. Что с ним? Надо поскорее отнести его к маме, она знает, что нужно делать. Отвяжите меня, наконец. Я отведу его, а ты загадывай желание. Извини, фея. Полежу немного.
Мама, это ты? Все в порядке. Ты пришла постричь мне ногти? Обточи пилочкой. Он лишился рассудка. Нужен гаечный ключ. Он совсем ослаб, надо отнести его на пляж. Или хотя бы клещи. Антея, помоги. Я знаю, как спасти папу. Придется загадать желание. Этого недостаточно, ты должен мне поверить. После всего, что ты учинил, ты загадывал желание только ради себя одного. Я больше не буду. Я был на войне, сражался. Ладно. Вы идите на пляж, а я отведу Хораса к маме. Пошли, Хорас. У вас танцевальная труппа? Привет. Вы дрессированные обезьянки? А я капитан Спайки. Подожди. Ты прав. Я потратил желание на себя. Иди к папе, а я отведу Хораса. Только передай папе его компас. Сэр, чашечку чая. Чтобы он знал, где нас искать. Пошли, Хорас. Сейчас мы тебя освободим. Привет. Ты моя любимица. Держись, фея. Ты тоже моя любимица. А ты очень высокий. Держись. Меня тошнит. Осторожно. Сажай его. Это было ужасно. Полегчало. Нет ничего лучше передвижного дома. У тебя есть силы, чтобы исполнить наше желание? К сожалению, ваш сумасшедший братец уже загадал желание. Придется подождать до завтра. А завтра у меня день рождения. Мне исполнится 22. Мы не можем ждать до завтра. Завтра будет поздно. Да. Вот как? Ну ладно, посмотрим, что можно сделать. Это большая книга желаний. Она поможет. Сейчас. Так, посмотрим. Оригинальные желания, мгновенные, вечные, интеллектуальные, прерванные. Вот, нашел. Ваш случай. Так. Посмотрим. По правилам, не представляется возможным восстановить желание в полном объеме, о чем должны договориться все, находящиеся в здравом уме и трезвой памяти. Ну вот. И что это означает? Я думаю, это означает, что формально вы сегодня не загадывали желание. Поэтому вам предоставляется такая возможность. Спасибо. Вам стоит поторопиться. Фея песка. Желаем, чтобы папа вернулся домой. И это все. Ну, если вы правда этого хотите. Взялись за руки. Как трогательно. Что это? Смотрите! Это папа! Скорее! Бежим, Антея! Бежим! Папа! Папочка! Сирил. Нам сказали, что ты пропал. Не понимаю, как я сюда попал? Это все фея песка, папочка. Фея читала твои романы? Ну все, теперь у нее будет бессонница. А где Роберт? У него шок, но он поправится. Ты правильно сделал, что привел его сюда. Что произошло? Мне все еще не верится, что я здесь. Надо поскорее рассказать об этом маме. Она не знает про этот пляж. Никто не знает, кроме нас. Ладно, преподнесем им с Робертом сюрприз позже. Позже, к сожалению, не будет. У нас мало времени. Только до захода солнца.
Я хочу, чтобы этот день кончался. Папочка, пожалуйста, не улетай. Роберт просил передать тебе. Папа! Папа! Как он? Марта всю ночь просидела возле него. Я отпустила ее отдохнуть. Не знаю, что с ним такое. Он все время что-то бормочет про монстров и какую-то фею. Тебе тоже нужно отдохнуть. Мы посидим с Хорасом. Какое-то время. Ну ладно, а то я устала. Иди. Мам, с папой все в порядке. Я это знаю. Хорас, Хорас, ты меня слышишь? Хорас! Роберт! Зато он очнулся. Вот, выпей. Что это? Лекарство. Очень полезное. Я сама его приготовила. Не шути так, Джейн. Нам нужно поговорить. Да. О динозавре, желании, фее. Это был не сон. Все было по-настоящему. Да, и ты должен сохранить это в тайне. Мир должен знать. Мир не должен ничего знать. Да. Тогда напишем рапорт, который засекретят на 40 лет, и будем все отрицать. Мне нравится. А можно просто никому ничего не рассказывать. У меня еще ни с кем не было общих секретов. Теперь у тебя есть мы. Позволь мне, дорогая. Знакомое лицо. Славный малый. Господин Биали, мясник, то есть пекарь, то есть свечных дел мастер. Мне рассказали об этих несчастных детях, и вот я решил как-то подбодрить их. Вы очень добры. Разбирайте по одному. В газетах пишут, что уже можно вернуться в Лондон. Говорят, целый флот цепелинов повернул назад. Очень странно. Пилот сообщил, что видел ангелов. Выключите свет. Где он? Кажется, там. Вы не знаете, что идет война? Что? Он побывал в парикмахерской. Это опять вы? А что он здесь делает? Прости за то, что я хотел разрезать тебя на мелкие кусочки. Ничего, было даже весело. Я прощаю тебя. Вот, попробуй. Полагаю, вы хотите загадать желание? Нет, не хотим. Не хотите? Нет. Не может быть. Даже маленькое-прималенькое желание? Мы решили больше не загадывать желаний. Что ж, пожалуй, это самая здравая мысль, которую я слышал за 8000 лет. Лови! Мы пришли попрощаться, мы уезжаем домой. Уезжаете? Но мы ведь только познакомились. Я сделала тебе поздравительную открытку на день рождения. Как ты узнала? Ты сам сказал. Ах, да. Держи, Роберт. Я теперь не часто получаю открытки. Знаете ли, после 6000-го дня рождения перестаешь считать прожитые годы. Ты очень молодо выглядишь. Я употребляю увлажняющий крем. Но какой же день рождения без подарка? Вот. Оберточная бумага, моя любимая. Разверни. Да, знаю. Это же... Его зовут Брайан. Он составит тебе компанию. А теперь самое интересное. Привет, Брайан. Брайан, привет. Не очень-то он разговорчивый.
горячо. Ты должен задуть свечи и загадать желание. Ракообразное под вид Псамет Дикоподлиум Желаниус. С днем рождения! Сегодня ему 8311 лет. Это был самый лучший день рождения в моей жизни. Пошли, ребята, нам пора. Не считая 15-летия, когда мне подарили яка. Пошли, Хорас. Я бы помог вам все убрать, но у меня нога болит. До свидания, фей песка. Я буду по тебе скучать. Я тоже буду скучать. Постой, ты что, уходишь? Вы уже уходите? Все сразу? Поехали с нами. Мы с Сирилом переедем в комнату Бяшки, а нашу комнату заполним песком. Ты готов сделать это ради меня? Ты очень добрый мальчик, но... Я все понимаю. До свидания, малыш. Пока. Скажи, что ты загадал, когда задувал свечки? Чтобы я загадывал желание? Ты, должно быть, шутишь. До свидания. Пошли. Я возьму это. Пока. Пока. Пока, фея песка. До свидания. Догоняй, Джейн. Не заводится. Наверное, в карбюратор попала вода или сэндвич. Я видел возле ручки подозрительные крошки. Только без паники. У меня где-то был учебник. Кажется, я сам его и написал. Или я его съел. Я имею в виду сэндвич, а не учебник. Хотя я проглотил немало книг, не правда ли? Но, как видно, зря. Значит, мы остаемся? Я хочу домой. Мы скоро там будем. Дети, я уверена, ваш дядя все починит. А вы тем временем держитесь подальше от машины. Придумала. Давайте во что-нибудь поиграем. Может, в прятки? Я отлично натренировался. Хорошо. В прятки так в прятки. Да. Я буду водить. Хорошо, хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Папа! Роберт! Папа! Папочка! Сирил! Папа! Роберт? Спасибо тебе. Здравствуй, фея. Я думала о том, что ты сказал мне той ночью. О том, что волшебство исчезает, потому что люди забывают о нем. Но ты должен знать, что я не забуду. Ни завтра, ни через месяц, ни через год. И однажды, когда я вырасту, и у меня будут дети, я расскажу им эту историю. Удивительную историю. Которая произошла как-то летом на тайном пляже. Историю про желания, золотые монеты, волшебные крылья, про пятерых детей и про фею. Ладно. Но ты не волнуйся, мы еще увидимся.
во второй серии под названием «Фея и пятеро детей». Наверху большими буквами «Фея возвращается» в роли феи «Фея». Мне нужен катер. Если модернизировать крышку, получится вполне сносный катер. Или электрическая зубная щетка. Брайан, мне знакомо твое лицо. Мы раньше не встречались? Иди сюда, иди. Садись, Брайан. Да садись же ты. У тебя ноги не сгибаются. Рыбу любишь? Через пару часов здесь будет уйма рыбы. Это мой дом и... Брайан, прекрати. Это детский фильм. Тут у меня кухня. Сюда лучше не заглядывать. А вот твоя спальня. Проходи. Cause you know this isn't the end.
Мои маски продаются в фойе всех хороших кинотеатров. Спасибо.